Виктор Панчин против Дениса Холодного. Панчин ведет 2-0. Два тигра собрались. Смотрят ракеты, проверяют. Вот, но...
каждой минусе можно плюс найти. Ну, если профессионально. Вот есть дворовый теннис, когда человек вот такой ракет, его никто не учил, и он сам поражает. Каждый удар он как бы сочиняет. И есть любительский, но спортивный теннис, когда люди тренируются, там подачи, опять же, ракетки там клеят, не играют. Но это спорт. У него уже почти все от большого спорта есть. Единственное, что даже установка на выигрыш, она примерно такая же, как у профессионала. Вот установки на здоровье в любительском спорте нет. Потому что никому ты продукт не нужен, кроме своей жены и мамы. Что, продукт? Не закончили? Ну, в принципе, вот хотите выигрывать, значит, надо подумать, дело воплотить и тренировать те же подачи, например, да, чтобы можно на одних подачах выигрывать много очков. Если вы специально не будете вот ее как антиспин использовать, то надо выйти. Спасибо.
Thank you.
Христа имею. Победил голодный Денис.